подходит к тем, кто видел мглу во всем ее убийственном величии, кто плакал от людского безразличия, но безразличным не был никому. Рассвет приходит к тем, кто верил в свет. Рассвет приходит к тем, кто был в пути, не зная ни усталости, ни лени, кто обессилен, падал на колени, но поднимался, продолжал идти. И зажимая волю в кулаки, вдруг находил ромашковое поле, и задыхаясь от щемящей боли, свои ладони прятал в лепестки.